14 августа в Елабуге состоялось августское совещание работников образования и науки республиканского уровня «Образование 21 века. Настоящее для будущего». В нем приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов, президент Российской академии образования Юрий Зинченко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. На мероприятии подвели итоги реализации национального проекта «Образование», рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся повышения качества образования, а также вынужденный переход на дистанционное образование. На совещании Бурганов отметил лицей Казанского федерального университета и то, как в этом году ВУЗ продвинулся вверх в списках предметных рейтингов. Рейтинговое агентство «Райекс Аналитика» ежегодно представляет рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников. В нем отражены школы с наиболее высокой их долей, успешно поступивших в сильнейшие университеты России. В этом году в сотню лучших школ вошли школы из 26 субъектов Российской Федерации, в том числе 5 школ из Татарстана. Особо хотелось бы отметить достижения школ Казанского федерального университета. В этом году к двум сильнейшим лицеям IT и имени Лобачевского присоединилась школа номер 5 города Елабуга. Помимо этого, президент Российской академии образования Юрий Зинченко отметил важность сотрудничества Российской академии образования с Казанским федеральным университетом. В частности, и то, что КФУ подготавливает компетентных кадров для сферы образования. Здесь у нас большое сотрудничество идет по линии Российской академии образования. На базе Казанского университета есть региональное научное отделение. Также инновационные площадки школ-партнеров Казанского университета, ну и многие другие проекты. Самый важный из них – это «Растем с Россией». Также на совещании выступил государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Он рассказал о ходе создания сети полилингвальных комплексов, сообщив, что Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Казанского федерального университета уже сегодня проводит целевое обучение 265 студентов по специальности педагогическое образование на двухязычной и многоязычной основе. А также организован дополнительный набор еще 150 абитуриентов для подготовки педагогических кадров для полилингвальных образовательных комплексов Татарстана. Помимо этого, бывший президент Татарстан отметил хорошее оснащение научных комплексов Казанского федерального университета. Я хочу поблагодарить Казанский государственный университет. Мы готовим сейчас кадры и по иностранному языку, и любые, используя наш Казанский государственный университет. Для этого мы еще не всем даже показали, какие возможности у нас в Казанском государственном университете. Не случайно у него сейчас это он становится топовым. И каждым годом занимать все повыше места в мировом университетских рейтингах. И мы должны этим, кажется, заниматься. Завершением заседания стало награждение почетных работников образования. Звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» было присвоено профессору кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями Инженерного института КФУ Макариму Нафикову. Лев Диденко, Булат Садыков, Универ Ньюс.